Проект «Окна Рязани», как это было, рязанских молодых художников и администрации города будет продолжен в этом году. Уже в начале апреля молодые живописцы вновь выйдут на улицы города, чтобы расписать телекоммуникационные шкафы. В прошлом году их было 8. В этом будет больше. Сейчас расписано 8 шкафов, 2 с прошлого года перенеслись на этот, уже 5 еще одобрили. Будут они тоже в центральных местах в городе. Тему мы продолжаем с рязанскими наличниками и рязанскими пейзажами. Единственный шкаф, решили немножечко отойти от именно этой концепции. Там будет вид изнутри, из дома Есенина в Константиново. Вот с видом на церквушку. Поскольку это шкафы только на первый квартал, я думаю, что и летом вся эта штука продолжится. Стрит-арт все более популярен среди рязанской молодежи, поскольку этот вид уличного искусства, можно сказать, собирательный. Здесь и настенные рисунки, и стикеры, и уличные инсталляции. Мы общались, да, с Горьковской библиотекой, но я думаю, на самом деле, что найдутся и другие площадки. Различные бюджетные и небюджетные учреждения стараются найти пути по тому, как вот креативная индустрия, креативный класс, можно если так назвать, именно в хорошем понимании этого слова, пытаются как-то продвинуть креативные люди, которые могут что-то создавать, их действительно можно направить в правильное русло. О том, в правильном ли русле сейчас творческая молодежь, о плеяде новых молодых художников, о самых интересных творческих проектах и не только, вы узнаете в программе «Городские встречи», которая выйдет в ближайшее время.